Привет, друзья! На дворе весна и праздник Песах. И будем мы сегодня готовить мягкие булочки, кошерные на Песах. А начну я с начинки. Прежде всего, помоем и порежем свежие грибы шампиньоны. Можно, конечно, взять консервированные грибы, уже нарезанные, будет намного быстрее. Но поверьте мне, вкус и запах свежих грибов ни с чем не сравнится. Этого будет достаточно. Теперь нарежем мелко кубиками лук. Две головки средних размеров лука нам будет достаточно. Нагреем сковородку и добавим туда оливковое масло. Начнем обжаривать лук. И как только он позолотеет, чуть-чуть позолотеет, добавим к нему грибов. Наш лук пустил много сока, и самое время добавить сухой грибной суп, для того, чтобы это лучше загустить. Наша начинка уже готова, теперь займемся тестом. Для приготовления теста нам понадобится 2 стакана горячей воды, пол стакана растительного масла, чайная ложка соли и большая ложка сахара. Смешав все ингредиенты, поставим на плиту, нагреем, чтобы лучше все это растворилось. Как только соль и сахар растворились, перенесем все это в миксер. Включим миксер и начнем добавлять 2 стакана муки. Следом за мукой нам понадобится 4 яйца. Яйца будем добавлять по очереди, одно за другим, пока наше тесто не начнет схватываться и превратиться в однородную массу. Наше тесто готово. Теперь возьмем противень. Смочим наши руки для того, чтобы тесто не прилипало к рукам, и начнем готовить маленькие шарики.
печь на 45 минут, 380-190 градусов. Итак, прошло 45 минут, вытаскиваем наши булочки. Они немножко потрескались, но это нам не помешает. Теперь булочки должны остыть. Булочки остыли, и самое время их заправить. Срежем верхушку и вытащим ложкой аккуратно мякоть с булочки. Для более насыщенного вкуса можно также полить сверху этим соусом грибным и подать в тарелке. Приятного аппетита! Песах кошер в самях. Всего доброго, до новых встреч!